Друзья, всем привет! Впереди новогодние праздники, и мы с вами будем готовить самые вкусные разнообразные салаты. Давайте с вами сегодня приготовим вкусный нарядный салат с опятами, который подойдет к любому праздничному столу. Салат называется «Грибная поляна». Он не только вкусный, он сытный и нарядный. Он отлично смотрится на любом праздничном столе и легко покорит всех ваших гостей не только интересным оформлением, но и очень гармоничным сочетанием продуктов. Давайте, друзья, начнем приготовление. Итак, для начала мне потребуются маринованные опята. Далее я куриную грудку отварила, остудила и нарезала ее мелким кубиком. Также необходимо отварить 3 яйца, очистить и нарезать их тоже мелким кубиком. Морковь для этого салата я предпочитаю все-таки не отваривать, а запекать. Морковь запекаю, нарезаю мелким кубиком и также нарезаю картофель, который я предварительно отварила в мундире и очистила. Друзья, но, конечно же, этот салат не обойдется и без консервированного горошка. Горошек добавляю, и сразу этот салат мне отдаленно напоминает любимый всеми салат оливье. Также для салата потребуется немного тертого сыра. Сыр натираем только на мелкой терке. Итак, друзья, я взяла грибы, слила с них всю жидкость и добавляю в грибы мелко резанный укроп. Перемешиваю грибы с укропом и отставляю. А теперь беру большой салатник и начинаю формировать салат. В салатник отправляю морковь, картофель, курицу. Но не курицу, наверное, а куриную грудку, яйца, консервированный горошек. Сюда же добавляю по вкусу черный молотый перец и соль. Салат я буду заправлять домашним майонезом. Друзья, если вы по каким-то причинам не любите майонез, замените йогуртом или сметаной. Все хорошо перемешаю, и салат практически готов. Теперь мне потребуется плоская тарелка. На тарелку я выкладываю приготовленный салат. Далее его разравниваю и делаю небольшой бугорок. Делается, друзья, это очень просто и быстро. Далее салат сверху посыпаю тертым сыром. Посередине делаю небольшое углубление. И сюда отправляю маринованные опята. По бокам готовый салат я присыпаю мелко резанной зеленью укропа. И салат готов. Выглядит он оригинально и по-настоящему празднично. Такой салат я готовлю каждый год на новогодний праздничный стол. Он очень вкусный, сытный и всем без исключения нравится. Друзья, приготовьте и вы. Я надеюсь, вам этот рецепт понравится и пригодится. И если вам понравился сегодняшний рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. А мы с вами встретимся в следующем видео. Я вам желаю готовить просто, вкусно, доступно. А главное, с хорошим настроением. Всем пока-пока.